не рабочие моменты, вы снимаете меня. Вы сейчас попали, вы на работе, продолжите, поэтому, извините, все, что вы можете видеть, слышать, может фотографировать, записывать. Ну, почему нет? Но вообще нас предупреждают об этом. Я предупредился, я же молодец. Вы пришли в администрацию, нам все равно, понимаешь, нам еще нет, потому что нам администрация... Вам там хочется остаться для истории. Нет, зачем нам для истории? У нас есть администрация, с ней договорилась здесь, снимайте. Зачем она нам? Ну, знаете, значит, это было, самолет упал в аэропорту Донецка. Но администрация не давала никому из журналистов разрешения, но тем не менее здесь не было. Такая слава, девушка, ученые получили опасность и резали. Я не знаю, понимаете, мы люди подчиненные. Нам сказали, придут снимать, снимайте. Это сказали вас как начальство. А мы, при чем мы? Мы что, мы с нас мнением, мы работаем, мы дежурные. Все, подождем. Там что, прорвало? Там сел телефон. Не запланировал я на сегодня съемки. Тоже еще снимать. Не себя же. Поставить что ли на паузу пока? Я в любой момент могу нажать. Бесподобно. Ну как такое можно размещать, а? На самом деле, ай-яй-яй. Одобрено. А? Одобрено. Значит, они пошли вместе с журналом дописывать. Много. Точно так же, как и пишут справочки задним числом. Будем надеяться, что все.
все правосознательные. Проверено на себе. Хорошие справки. Не доехал. Доехал ли он до этого этажа? Это, как говорят, науки неизвестно. Ох, какая сумка одна. Блин, никого нет, заметьте. Может, он чай вызвал? Или может, тихо с сумкой уйти? Поэтому всего доброго, завтра проведите день. Выясним все в понедельник.